Доброе утро! Сегодня 12 апреля, и с вами Камила Хакимуллина. На этой неделе мы совсем забыли о наших дорогих театралах. Немедленно исправляемся. Двое на качелях. Одна нечаянная встреча перерастает в свидание. Спектакль рассказывает о двух одиноких людях, хватающихся за случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Они настолько разные, что невольно возникает вопрос, смогут ли эти двое быть вместе, несмотря на печальный опыт своих прошлых отношений. Праздником девушки. Султану подарили путевку в санаторий, а он мечтает встретить юбилей дома в полном одиночестве. Поэтому вместо себя герой отправляет жену. Но день, который должен был пройти спокойно, становится просто сумасшедшим. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Пока-пока!